Ночной клуб «Море» и клубный журнал «Passion Mag» представляют 21 июля, суббота, тематическая вечеринка «Arabian Night». Звезда ночи, диджей Саид Али. Восточные сладости, кальян, чай каркаде, танец живота, верблюды. И это еще не все детали самой жаркой ночи лета. 21 июля. Ночной клуб «Море». Если вы хотите уехать домой не одни, приходите на море купаться. Тут найдете себе. Она уже с другим! Она уже с другим общается! Что там в кальяне вообще интересно? За вас... Реально, реально горячо. Я так тоже умею. Можешь подвигаться? Не надо больше. Я не хочу пластик его взять. Сука, не хочу. А у тебя же объектив, объектив, сними. Сними его, сними давай. Вот, вот. Привет всем. Привет тебе, дорогой, любимый зритель Пантивижн. Сегодня мы... В городе Рязань, в клубе «Море». И сегодня у нас восточная сказка. И мы будем дарить вам этот дух Востока. И будем спрашивать всех про мультик «Аладдин», про главного его негативного персонажа. И, конечно же, узнаем, где же в Рязани море? Где же оно? Пошли! Так где море в Рязани? Здесь. Где здесь? Прямо здесь. Ну где-то здесь надо поискать. Вот именно здесь где-то. Здесь и сейчас. Здесь. Здесь. Где здесь? Где? Везде. Здесь. Здесь. Где здесь? Женская логика. Это замечательное место. Женская логика. Где здесь? Просто здесь, в этом клубе. Простой ответ. Здесь. Нормально, нормально. Здесь. Здесь. И как тебе? Клево, клево. Здесь. Вообще круто. Вот здесь. Вот здесь это. Вот здесь море. Вот здесь море. Все видят? Море Клаб. Где? Где море-то в Рязани? Где море? Где? А, тут, я понял. Тут, говорит, море, море, говорит, тут. Дорогой зритель Пантивижн. Мы первый раз в истории, в своей истории, задаем вопрос крокодилу. Ответ, вопрос вообще такой. Скажи, пожалуйста, зубы, я вижу зубы. Мурка, скажи, пожалуйста, почему в Рязани, где в Рязани море вообще? Где в Рязани море? Где? Клуб, тише, тише, он шевелится, бедненько, успокойся, нормально. Она сразу, о, на панике. Как вам море-то? Как море? Тепленькое? Как водичка? Горячая. Водичка. Вот из-за temperature. Тепленькая. Соленая. Идеальная. Идеальная? Нравится? Нравится. Я плавать не умею, поэтому мне нравится, она сухая. А ты на мелководье. Водичка как? Ну, у меня виски, у меня не водичка. Я... Как тебе водичка? Где купальник? Купальник? Тебе его показать? Давай, давай. Бежим отсюда! Мультик «Аладдин», помните? Помните? А кто был главным злодеем в этом мультике? Как его звали? Раджа, может быть, какой-нибудь? Как, Раджа? Раджа? Ей больше не наливай, она. Абу? Абу? Да. Абу, главный злодей? Старик Хаттабыч. Не, какой Старик Хаттабыч? Старик Хаттабыч? Иди покури там еще где-нибудь в сторонке. Аид! А, нет, нет. Сархан. Кто? Кархан. Сархан. Сархан? Сархан, извини. Питок.
Песок? Джин? Джин? Джин. Понятно. Джин. Джафар. Джафар, молодец. Джафар. Как готовы на все, говорит Джафар. Мне кажется, это иностранное слово жаркого мужчины по имени Джафар. Джафар. Джафар, конечно. Джафар, Джафар, молодец. Яго. Еще раз так сделай. Яго. Яго, она знает. Его звали Джафар. Как он выглядел-то? Как выглядел? Он был страшный, с бородой вот такой. You'll hit the pillow hard. After we're done, you'll need to recharge. Reload your gun, give me your best shot. Leaving me stunned, you better aim it like a pro. If you want a prime show, I got the real thing. So step up your game, that dirty something. Ha, if you want to play, you want it non-stop. Out of control, you can have... Вы какой журнал представляете? Расскажите. Журнал Passion Mag. Так, а что там в этом журнале-то главного, что интересно? Это единственный журнал ночного города Рязани, освещает все самые крутые светские события города. Русалки, они вообще секс, это пэшн, это страсть, это мы. Пэшн захватит мир, чуваки. Я думаю, море зажило, море наводнилось различными артистами хорошего качества. Здесь очень много красивых девушек, молодых людей и таких талантливых диджеев. Подвижен, поздравляю вас. Начинанием с первым проходцем в ночном клубе моря. Дорогой зритель Подвижен, сегодня мы были в городе Рязань, в клубе моря, и мы увидели, как может отдыхать не Москва. Это была незабываемая вечеринка, лучшая вечеринка этого лета в клубе моря. С вами был Майкл, с вами был Подвижен. Всем пока. Мы же сегодня порно снимаем. Но. Ха! Она в курсе. Попугай не монстр. Дорогая моя, как ты докатился до такой жизни? Почему тебе рот заклеили? Не надо рот открывать, не надо. Если девушке сделать вот так вот и хлопнуть ее по попке, я, правда, не знаю, где у нее попка. Глаза закрыл, ей нравится. Можно я вот так вот его возьму, ему пару слов скажу? А чё он такой толстый? А можно с тобой договориться, чтобы я голышом тут поснимал? Я думаю, тебе можно сегодня все. Ух! Мы в Рязани. В Рязани можно все. Дорогой зритель Подвижен, я думаю, что я сегодня заслужил эти крылья, эту пушистую корону, стал ангелом для всех. Всех в этом клубе. Это был город Рязань. Это был клуб моря. С вами был Майкл, с вами было Подвижен. Спасибо, что посмотрели нас. Всех люблю. Пока.